этот форум, это, вот, мне кажется, это главный показатель того, что есть. И поскольку мы очень много занимаемся в Союзе российских городов муниципальными практиками, мне кажется, на форуме в Уфе, на четвертом форуме в Уфе, вам нужно обязательно представить не просто какую-то конкретную практику, а практику форума, потому что это третий форум, и он показывает о том, что все ваши практики, все ваши наработки, это вот, безусловно, самое главное, это позиционирование города на российской площадке. Много говорим о том, что мы много делаем, но не знаем, как это представить, не знаем, как это показать на российском уровне. Вот это сегодня, это лучшая практика того, как можно сегодня показывать, брендировать город. И я призываю всех брать пример.